сейчас пойдет на посадку. Вертолета самолета. Эта фигня разгоняется за счет заднего пропеллера, а те винты, которые у него крутятся сверху, они не имеют двигателя. За счет раскрутки они поднимают вот это вертолета самолет. И вот сейчас он садится. Посадочная полоса у него достаточно короткая. То есть где-то порядка 30 метров ему достаточно, чтобы сесть. А вот насчет разгона мы сейчас посмотрим. Вот это он сейчас пошел на разгон. Ребят тренируются. Взлет-посадка, взлет-посадка. Сейчас на исходную поедет. Его, конечно, здесь уже плохо видно. И пойдет. Но винты крутятся, видно, конечно, винты.